Добрый день. Мы находимся в столовой. Сейчас я расскажу, где купить лучшие самые экскурсии, подешевле билеты, купить сим-карту и это. Обращайтесь вот сюда. Много остановочек вот таких вот по складам. Но самое вот оптимальное находится остановка Почита. И поднимается вот сюда, вот тут вот такой вот человек, Паша, всем русский, привет. Да? Всем привет. Русский. Пользуясь случаем, хочу передать привет. Классный город Воронеж. Всем привет. Вот сюда заходите. Тут самые-самые оптимальные цены. Самые оптимальные везде. Монсеррат, Барселона. Я уже, мы сюда ездим 5-й год и являемся постоянными клиентами. Парк Порт-Авентура. Кстати, о нем расскажу поподробнее. Тут, по-моему, 56 евро на 2 дня. Можно сэкономить. Первый день идут 2 человека. Потом передают билеты. Передают билеты и идут на второй день другие люди. И это все обойдется. Это все обойдется примерно на один день в 29-28 евро. Хотя так это стоит... Ну, один день выходит где-то 47-48. Экономия большая. Ребята все подскажут. Вот этот Павел работает 15-й год, и он является самым главным этого бус-плана. Поэтому именно в эту я рекомендую, потому что тут он распоряжается всем, как сделать ститки, как это. Потом, тут большой плюс. Продаются карты проезда. До того же Порт-Авентуров, тоже в Тарагону, в Реус. Так стоит проезд 2 с чем-то евро. У них есть специальные карты, которые по этой карте будет оплата 1 евро 20 центов. Просто удобная экономия, очень большая. Это, говорит, порт Авентуры, и Тарагон, и Реус, все вот эти вот. Большой выбор, все на русском языке. Все на русском языке, программки. Все приезжает, говорю, ну мы 5-й год, ездим только с ними, все. Если нужна помощь, сим-карта, мобильного телефона с интернетом совсем, тут же все, они помогают, все делают, все оформляют. Вот такие вот буклетики, поездки, вот цены вот тут на ноу-камп, обзорные. Храма Гауди, центр города Фонтана. Мы вот в этот раз сейчас едем. Есть Валенсия Океанариум, но там мы уже были. Мы вот сейчас едем вот сюда вот. 39, нам сделали хорошую скидку. Ну, также говорю, чем, говорю, именно вот этот я рекламирую? Тем, что, говорю, вот этот Павел, он является уже самым старшим, самым главным. Он решает все насчет скидок, насчет всего этого. Так что вот обращайтесь, почти центральная улица, все полностью на русском, все полностью ребята рассказывают. 15-й год работает в этом. Это вот тут вот находится отель Салоу Пацифик. И вот при входе в этот отель. Кстати, вот это очень хорошая экскурсия в Барселону. Да, причем забыл сказать, если вы покупаете одну экскурсию, ну, любую отсюда, в любой этот, вторая экскурсия, 2 евро скидка, независимо от дополнительных скидок, это официально. Третья, соответственно, 3 евро, четвертая, 4 евро и так далее. Набирается приличная сумма. Если вдвоем ехать, уже 4-я экскурсия, 10 евро, это хорошая сумма. Так что приходите, обращайтесь. Если есть какие вопросы, ну, говорю, вот именно старайтесь сюда, потому что человек, который старший по всем это бус-плану, по городу Салоу. Если есть какие вопросы, обращайтесь в личку. Вот Паша стоит. Обращайтесь. Всем напишу, все объясню.